просто взрыв. Ни звука, ничего хлопок, не было. Хлопок. Просто хлопок и все. Я поворачиваюсь, а вот это все летит. Так вот куча, все сюда летит. И все, я быстренько за дом заховался, и все, вот так вот оно. И приземлилось, и все. Все. Это вот на крышу сюда плита залетела, вот шифер побила. У нас тоже крыша побила. В общем, ну вот так вот. Больше за детей переживаем. Степло. Все. Не зашел, не прошел. Пришли, убивать не будет. Никак у меня все время это в мозгах. Почему так случилось? Как можно нормальной стране прийти и убивать? Они еще считают, мол, мы это наши братья. Братья не убивают. Ой, жизнь, конечно, изменилась. А в каком плане? Не знаю, что завтра. Ракета прилетит, разбомбит, или ты погибнешь, или дом разбомбит, проблемы будут. Родные, близкие уехали, кто на войну, кто где-то в другое место. Вот. Проблемы, конечно, с продуктами подорожали, и не везде все купишь. Ну вот это основные проблемы. И основная проблема, конечно, давит на мозги. Почему?